Я очень рада приветствовать всех на своем канале. Меня зовут Оля, мне 50 лет, живу я на севере Свердловской области в маленьком городе Волчанске и стройняюсь весом 115 килограмм. И постройнела я уже на 22-23 килограмма. Вес мой немножечко пока прыгает. На моем канале много всего интересного. Я рассказываю про свое постройнение, снимаю рецептики, многие из которых придумала сама, считаю их КБЖУ, также снимаю свой сад-огород, вяжу ирландским кружевом, пою. В общем, на моем канале много всего интересного. Присоединяйтесь. Вот что у нас сегодня творится, дорогие мои товарищи. 22 мая. У нас идет снег. Минус один на улице. Кошмар. Кошмар. Вот моя красавица цветет. Фуксия. Это мои цветочки. У меня три орхидеи. Все выпустили цветоносы. Вот один цветонос. Фиалочка. Смотрите, какая. Вот еще одна. Она тоже другая. О, какой цветонос, смотрите. Вот. Это у меня зацвел. Как он называется? Цикламен. Цикламен. Цветочки. Еще фиалочки. Я очень люблю фиалки. Вот это обожаю. У меня такие крупные цветки. Вот. Итак, мой завтрак. 160 грамм. Это запеканочка моя. Творожная с фруктами, банан, яблоки, брусника там. И два маленьких кексика, рецепт которых я снимала вчера. Это такие овсяные кексики. И там тоже яблоки и банан. И калорийность их 167 килокалорий на 100 грамм. Здесь два кексика весом 53 грамма. В общем, я посчитала вот весь мой завтрак. 275 килокалорий. Поэтому буду еще есть прикусочку вот с таким замечательным творожным сыром. И, конечно же, кофе с молоком. Всем приятного аппетита, кто кушает. Вышла проведать деточек своих. Смотрите, какие цветочки. У нас куда-то делся градусник из теплицы. Но здесь не знаю. Здесь, наверное, плюс 3. По ощущениям. Хорошо, что я все побрызгала эпином. Эпин – это такой антистрессовый биостимулятор. А петуньки все продолжают зацветать. Я так поняла, вот это розовенькие, они самые ранние. Ну ничего, все живы. Слава Богу. Ой. Же показывала, еще покажу. Посмотрите, смою ладонь. И вон все продолжает. А вот эти цвет немножко неправильно передается. Они такие коралловые. Вон что на улице. Слышно, как снег стучит по крыше. Ой, кошмар. Ну что, держитесь. Еще 4 дня такой погоды нам обещают синоптики. Да. Ладно, хоть в теплице все равно. Если бы выглянуло солнышко, но солнышко, наверное, сегодня не будет. Небо все затянуто, идет снег. Наверное, сейчас попрошу мужа, чтобы теплицу, эту печку здесь затопил. Чтобы они хотя бы днем погрелись. Мой обед я только что сварила. Борщик вот такой вот замечательный. 400 грамм борща. Будет ложечка сметаны. Маленький кусочек черного хлеба. Грамм 20-25. А это я хочу вам показать, мои дорогие. Кто смотрел несколько роликов назад, это я. Это мой дебют в посолке Сала. И вы знаете, довольно-таки удачно. 3 дня я переворачивала, потому что там выделялся рассольчик. И я вот так вот кусочки переворачивала. Они довольно-таки... Ну, тонкие, такие не очень толстенькие.
Вот, прошло 3 суток, и я вот не знаю, мне кажется, еще на 1 сутки я оставлю, а потом возьму пищевую пленку и каждый кусочек отдельно заверну и уберу в морозилку. И уже будем доставать. Вот, так что нормальненько. Я взяла просто соль обычную, не йодированную, вот так на тарелочку ее насыпала, туда же черный молотый перчик, немножко красного жгучего перчика, паприку, так это у меня кусочки чеснока и лаврушечку поломала. И, в общем, вот так все обваливала и складывала. Вот, ничего такого, и вроде получилось нормально. Так, мои дорогие, мой ужин. Это куриное бедрышко запеченное в рукаве. А на гарнирчик, это еще будет минус косточки. А на гарнир вот открыла опять баночку своего салатика, который я делаю на зиму. Боже, ну какой же он вкусный. Так, мои дорогие, если вы на ютубе меня смотрите, то ссылочку оставлю на ролик с рецептом. Это моя заготовочка на зиму. А если на Яндекс.Дзене, то я туда еще заготовки не выкладывала. Вот, потому что канал на Дзене у меня заведен совсем недавно. Но это до чего вкусно. Здесь капуста, помидорки, болгарский перец, лук, морковка. И такое-то самое, это я тушу. Ладно, не буду рассказывать. Там в ролике. В общем, это вкуснятина просто необыкновенная. Капусточка так хрустит. Оно не варится. Оно, по-моему, раскладывается по баночкам. Сама уже не помню точно. И стерилизуется. Но это очень-очень вкусно. Не пересолено. Не переуксусно. Ну, просто обалдеть. В общем, едим свои заготовочки. Вот. Своим уже вот опять настряпала. Да, мои дорогие, опять шоколадные кексики на рассоле. Ну, а как же, если банка огурчиков открыта, рассол вообще не пропадет. Потому что мальчишки трескают их только в путь. В путь. Кстати, те кексики, что я делала вчера, овсяные, они все съели. Представляете? Вот то, что я утром съела, вот эти вот 2 кексюшечка, все, остальное мои мальчишки спороли. Вот так вот. Мои ппшные малокалорийные кексики. Вот такая красота. На этом у меня все. У нас, представляете, снежок кое-где подтаял, но где-то даже и лежит. Поэтому тепличку мы затопили. Дай бог, все будет хорошо. Вот, вот такая у нас весна. Всем крепкого здоровья. Завтра, скорее всего, буду опять снимать какой-нибудь новый рецептик. Есть у меня уже задумки. Все, пока-пока, ваша Оля. Катя, снимай меня!